коренная поварчанка, запомнилась поварчанам как грамотный профессионал, ведущий специалист юридического отдела администрации Пушкинского района, как истинный патриот города, вложивший немало сил на общественном поприще в служении городу. Мы запомнили ее деятельной, эмоциональной, целеустремленной, и сегодня печаль наша светла. Решением муниципального совета города Павловска за большой личный вклад в сохранение историко-культурного наследия города Павловска и его популяризацию как центра культуры и туризма в соответствии с пунктами 7 и 10 положения об учреждении звания «Почетный житель муниципального образования города Павловска», утвержденного решением муниципального совета города Павловска от 08.09.2010 за номером 83/1, Елене Евгеньевне Юрченко присвоено звание «Почетный житель муниципального образования города Павловска». Я прошу вас, Игорь Павлович и Валерий Викторович, подняться вновь на сцену и вручить наградные атрибуты, присутствующие на торжественном вечере маме Елены Евгеньевне Юрченко Евгении Николаевне. Уважаемая Евгения Николаевна, примите почетный диплом. Вы знаете, сегодня очень трудно, с одной стороны, все вот это говорить. Почему? Потому что нет знания. Евгений, я все-таки просил бы перед вручением диплома под свои почетные звания почетного жителя муниципального образования город Павловск почтить минуту молчания и память Елены Евгеньевны. С вами разделяем то общественное признание, которое своим решением выразил Елене Евгеньевне Юрченко, муниципальный совет города Павловска. К этой удивительной, я бы сказал, небольшой, но очень внутренней, богатой и совершенно необъятной по своим стремлениям сделать для любимого города удивительной женщины, которые я волей обстоятельств знал в разных качествах. И как, с одной стороны, подчиненного, прекрасного профессионала, сотрудника юридического отдела администрации Пушкинского района, а с другой стороны, как руководителя общественной организации, более чем двух десятков лет она ее возглавляла, которая своим желанием сделать для любимого города но столько, что, вы знаете, действительно можно было удивляться, как она не только всему этому сопереживала, а стремилась сделать, объединяла людей, павловчан, пушкинцев, руководителей. И в этом она была по-своему даже неудержима. Историко-краеведческая литература, издание книг Яныша, других проектов, выставок, все многообразие историко-краеведческой культурной жизни, связанной с Павловском, и многое то, что имеет социально-общественную значимость для развития города, было в ее сердце, в ее понимании и стремлении сделать. Ей очень многое удалось. Мы это с вами знаем, ценим. Я понимаю, как сегодня вот так вот трудно, уважаемая Елена Николаевна, вам, но вы чувствуете поддержку всех павловчан. Мы ценим, помним и любим Елену Евгеньевну, и наши все чувства относятся к вам. Здоровья вам и дай Бог вот светлой памяти Елены Евгеньевны. Мы будем также все делать для того, чтобы и вы, живя в Павловске, для вас как-то больше было спокойнее с пониманием того, что мы помним вашу замечательную дочь. Спасибо всем за добрые слова. Я чувствую, что это все идет от чистого сердца. Спасибо вам всем, кто ее помнит, кто любит. Спасибо.
Я хочу сказать вам от себя, от муниципального совета, от города Павловска тоже, огромное спасибо за вашу дочь. Она являлась, является и будет всегда являться для нас истинным примером павловского неравнодушия ко всему. Спасибо. Вот это вот еще почетный знак. Будьте здоровы, мы с вами.